И это видео про то, что можно съесть в городе Парма, если у вас не очень много времени. Про некоторые места и еду я уже снимал отдельные ролики, и одно из них — это сэндвичная Допипен, где вам нужно обязательно съесть сэндвич с тартаром из конины и острой сальсой. Далее советую обязательно посетить местные сальмери. Такое разнообразие продуктов найти очень тяжело где-либо еще. Особенно это касается пармезана и некоторых мясных специалитетов. Один из них, кстати, является очень недооцененным среди многих гостей Италии. Это кулателло ди Дзебелло. Позже я сделаю про него отдельный ролик. Потом советую зайти в местный ресторанчик и съесть свежайшую нарезку из прошутто разной выдержки вместе с ньокки фрити. Это такие воздушные жареные кусочки теста, в которые заворачивают прошутто и различные сыры. И, кстати, еще тут называют торта фрита. А завершить ужин можно из свежей пасты с рагу из дикого кабана, так как тут это очень популярное блюдо. Ну и перед отъездом обязательно съешьте классическую пьедину, либо возьмите с собой, так как это идеальная еда для транспортировки. Часть мест я прикреплю в описании. Сохраняйте, чтобы не потерять их. Делитесь роликом с друзьями. И всем чао!